Я хочу показать, какие в Америке бывают дома. Вот сейчас, видите, привезли, вот эта синенькая, это половину первого дома привезли, наверное, вчера. Мы были на работе, я не видела. Теперь привезли вторую половину дома. Сборка происходит где-то на заводе. И на вот таких огромных машинах привозят потом половинки домов. Это ходит наша офисница. На улице очень ветрено, я не знаю, может быть, сильно будет задувать ветер в камеру. В общем, сейчас он их устанавливает. Видите, привозят сначала в упаковке в такой, а затем уже устанавливают эту упаковку, снимают и соединяют. Я думаю, что это устанавливается рядом с нами, и весь этот процесс я вам буду теперь показывать, если кому-то интересно. Вот уже установили эту половину, машина уже уехала. И пока еще все находится в целлофане. Я хотела просто показать, как они устанавливают. Прикатили, значит, вот на вот таких, ну, как прицепы, знаете, прицепляют. Точно так же прицепили. Колеса там еще стоят. Я сейчас попробую обойти с другой стороны и показать вам. Вот такие. Это называется mobile home. Их потом подтянут друг к другу поближе, соединят это все дело. Знаете, еще деревом пахнет. Свежие. Называется Mobile Home или дом на колесах. Почему дом на колесах, я думаю, вы уже поняли, что их прикатили на колесах, на прицепе прикатили. Вон там, видите, видно, нет, да, что там установлены колеса, но потом это все уберут, это все заделают и поставят крыльцо, подведут электрику, все. И будет очень красивый дом. И знаете, сколько такой дом будет стоить? Так как это новый, сделанный в этом году, это получается уже 2020 года постройка, он будет стоить 1100. Потом, когда выставят цену, я вам скажу. Вот здесь у нас уже распускаются почечки. И сейчас покажу другой еще дом. Там уже установили его намного уже. Это называется double wide. То есть двойная ширина. Устанавливают еще single wide. То есть он узкий. Сейчас вам покажу. Вот этот дом называется single wide. Я знаю, что сегодня очень сильный ветер. И я боюсь, что мне ветер будет мешать. Но я хочу заснять, пока он в таком вот состоянии. Видите, у этих домов нет подвала. Они устанавливаются на вот такую бетонированную площадку. У них нету чердака или нету второго этажа. И вот этот дом, он, видите, он очень узкий. Внутри он очень узкий. Я думаю, что это трехкомнатный тоже, три спальни и зал. Но там все так тесно и так очень мало места. Также подведут к нему электрику, воду, все подключат, канализация. Все это будет как положено. Здесь заасфальтируют площадку. Нет, здесь траву посадят. Площадка здесь уже есть заасфальтированная. Ну, в общем, вот такие постройки. Процесс весь этот, ну, облагораживание, я постараюсь все это заснимать, чтобы вы посмотрели, как, в каких домах. Ну, в принципе, люди тоже живут. Этот будет стоить, ну, может быть, 1060, я думаю. Тоже новой постройки дом. Все с нуля. Итак, друзья, всем привет. Я надеюсь, что вы просмотрели те видео, которые я записала перед этим, об установке mobile home'ов. Double wide – это тот, который широкий, состоящий из двух половинок, и тот, который узенький, маленький. Почему я решила записать эти видео? Потому что у нас дом именно такой постройки. Конечно же, колес у нас нет. Колеса уже убраны давным-давно, в момент установки, как только этот дом установлен был на свою вот эту бетонную площадку, колеса убрали, поставили такие бетонные, как подпорки, чтобы он прочно стоял, укрепили все основательно, и пространство, вот знаете, дом установлен на таких подпорках, и вот это пространство вокруг, оно огорожено так называемой юбкой, там дальше я уже буду про это тоже говорить. У нас дом именно такой постройки. Почему мы к этому пришли? Почему мы решили взять такой дом? Представляете, я уже об этом всем рассказала. И стала я сейчас монтировать видео. И такой звук ужасный. Я записывала в машине, мы ехали в гости. Такое скрежетание, такой скрип, что ужасно было слушать. Мне самой себя было противно слушать. Поэтому я не могла позволить, чтобы это видео вышло и вы его слушали. Итак, почему мы решили взять этот дом? Когда у нас родился Тима,
мы на тот момент снимали квартиру, и мы понимали, что придет время, и нам надо будет покупать какое-то жилье, потому что у Велины своя комната, Тима с нами спать постоянно не мог, хотя на тот момент он спал с нами. И мы знали, что нам нужно брать будет какой-то небольшой дом с еще одной дополнительной спальней. Снимать квартиру с тремя спальнями было бы нам ужасно дорого. Мы на тот момент за нашу квартиру платили $905, это 6 лет назад. А если бы мы снимали квартиру с еще одной комнатой, то, конечно же, мы бы платили намного-намного дороже, и мы понимали, что нам нужно будет взять какое-то жилье. И мы решили, что мы будем что-то искать. Когда мы пошли в банк для того, чтобы взять кредит у банка, мы поняли, что дом мы купить точно не сможем, потому что нам банк давал просто смешную сумму, которая хватила бы, ну разве что на покупку старого-престарого-престарого дома. Обычно банки дают такие кредиты, ну, ту сумму, которую нам давали, либо на те дома, которые сам банк продает, которые уже, ну, в ужасном состоянии, туда нужно вкладывать было бы много денег. У нас лишней суммы не было, у нас на покупку дома это денег не было, мы должны были брать аренду. Соответственно, у нас не было и денег на то, чтобы еще и дополнительно в ремонт вкладывать что-то, если бы мы взяли какой-то старый и неухоженный дом. Поэтому мы решили, что нам придется единственный вариант, это брать mobile home, дом на колесах, так называемый. Мы стали ездить, ну вернее я стала ездить вместе с Тимой по различным паркам. Почему я говорю парк? Потому что те места, где установлены mobile home, называются парк, трейлер парк. И мы с Тимой объездили очень много мест, на тот момент ему было 2 года примерно. Один дом мы нашли, мы решили его брать. Пошли мы в банк, банк нам деньги вроде бы как сначала начал давать на покупку такого дома, потом что там получилось, в общем, какая-то загвоздка, проволочка какая-то, и банк нам отказал. У нас не было кредитной истории, мы еще не брали никаких кредитных карточек тогда, и кредитная история у нас была очень плохая, а это очень важная роль на то, чтобы брать, ну, что-то в кредит. Тогда мы решили искать деньги у друзей, у знакомых, у каких-то богатых людей, и нам отказывали, но какую-то сумму нам все-таки удалось насобирать, и мы решили вот тот дом, что мы нашли, за 45 тысяч он тогда стоил, мы решили его купить. Я не помню, что там получилось, но, в общем, купить у нас, нам его не удалось. Мы уехали в Казахстан в гости, и купить нам не получилось этот дом. Мы тогда взяли, все, решили, в этом году мы делать ничего не будем, покупать мы ничего не будем, все, стоп. Когда мы встретили риэлтор, который нам помогала в оформлении дома, она нам сказала: ребята, как хорошо, что вы его не взяли, потому что зимой у этих людей прорвало трубы, и все отопление, и вся водяная вот эта система полностью полетела. Это и пол весь залило, и вот это покрытие половое, которое было на полу, мягкое половое покрытие, карпет называется, тоже все это вздулось. Представьте, сколько бы вам нужно было вкладывать туда денег, если бы это случилось у вас. Мы такие: слава богу, все, что не делается, делается к лучшему. На следующий год, весной, ранней весной, мы стали искать другой дом. Опять мы с Тимой столько всего объездили, нашли один красивый дом, такое тихое местечко, такая улочка тихая, такое красивое дерево растет возле дома, а когда мы вовнутрь зашли, я просто в него влюбилась, камин посреди зала. Не сказать, что он прям в идеальном состоянии внутри, но нам понравился он, но больше всего понравился, конечно, камин, то, что за нашим домом никто больше не живет. Там начинался лес, и такая большая солнечная пристройка к этому дому еще была такая, как веранда. Можно было бы из нее в будущем сделать игровую комнату, но просто прекрасное место. Мы решили брать его. И есть такая система, называется как сделать предложение, offer. Нужно дать какую-то сумму, например, дом продается за 45 тысяч, вы даете свою сумму. Ну, мы дали, я не помню, за сколько он продавался, мы дали свою сумму.
И на обдумывание хозяевам дается 3 дня. Они нам сначала дали свое согласие, но у них впереди еще было 3 дня. И через буквально пару дней риэлтор вызывает меня в свой офис и говорит: «Мила, так и так». Я ей дала свое имя как Мила, потому что Люда для нее было трудно очень выговорить. И она говорит: «Так и так. Нашлись те, которые дали большую сумму, чем дали вы. Ну, к примеру, мы дали 40 тысяч, они дали там 42 тысячи, к примеру. Они уже дали больше, даже если на 1000 дали, уже дали больше. Поэтому дом будут покупать они, потому что продавцам выгоднее продать дом подороже, естественно». Я очень сильно расстроилась, было очень сильно обидно, плакала вплоть до того, что у меня начались проблемы, такое давление в горле началось, как от щитовидки. Но опять же, все, что не делается, делается к лучшему, потому что за ту сумму, за которую мы хотели купить, у нас таких денег не было. Нам нужно было всю эту сумму брать, ну, в долг у кого-то, а потом ее выплачивать. У нас, естественно, таких денег вообще не было. Я работала очень мало на тот момент. У меня Тима был маленький, оставить его не с кем было. И что было делать? И Бог сделал так, что Он не дал нам права на эту покупку. И мы стали искать дальше. И дальше я буду рассказывать о том, как мы нашли наш дом, почему мы решили его купить, плюсы и минусы в этом. Но это будет дальше. Запись будет в дороге. Запись не всегда будет чистая. Но она более понятна, чем была вот до этого. Поэтому я это все решила переписать. Приятного вам просмотра. Еще раз простите за то, что запись такая в дороге и не очень хорошая. Прошел, наверное, еще год. Тиме было 3.5 года, когда мы нашли другой дом. Это место, в котором мы нашли третий дом, который мы хотели покупать, находился далековато от наших апартментов, от нашей квартиры. Но когда я искала этот дом по интернету, он стоил 30 тысяч, 2001 года постройки. Я опять позвонила этой риэлтор, говорю: «Так и так, на продаже появился дом за 30 тысяч, мы его будем брать». Она говорит: «Вы его видели внутри?» Я говорю: «Мы внутри заходили, но мы хотим посмотреть его еще раз». Она говорит: «Ну хорошо, я назначаю время встречи с этими хозяевами, и вы зайдете и посмотрите. Вход в этот дом мы должны были делать с риэлтором». Так как Дима был целый день всегда на работе, то все эти дела обустраивала я с Тимой в машину его и вперед. Приехали мы посмотреть этот дом. Не скажу, чтобы он мне сильно прям супер понравился, но сумма была неплохая. За 2001 год 30 тысяч всего лишь, это было очень дешево. Я сказала: «Мы его будем брать». Она говорит: «30 тысяч не давайте, я вам предлагаю дать намного меньше». Я говорю: «Ну за 25 тысяч они не продадут». Она говорит: «Они выберут среднюю сумму». Я такая говорю: «Ну хорошо, 25 тысяч мы им предлагаем». Через время, наверное, или в этот же день, или на следующий день, она сообщает, что они согласились на 25 тысяч. Мы такие: «Ничего себе, это вообще идеальная сумма, идеальный вариант, именно такая сумма у нас уже и была». И мы оформили все документы и почти уже подписали документы, когда нам риэлтор снова говорит: «Пока документы не подписаны, давайте мы зайдем и посмотрим, в каком состоянии они вам его оставляют. Чтобы если вдруг вам что-то не понравилось, чтобы за это время они могли устранить свои недоделки или там что-то такое». Они уже в это время там не жили. За 3 дня, по-моему, до подписания всех документов, или за 2 дня, мы зашли с ней в дом. Это был конец июня. Свет у них уже на тот момент отключили, потому что они уже там не жили, и чтобы не платить за электрику, они свет уже полностью отключили. Вы знаете, когда мы зашли туда, я-то заходила, когда они еще там жили, когда мы зашли туда с этой риэлтором, света нет, они оставили полный холодильник еды. Это был ужас. Я такая говорю: «Это что такое?» Она говорит: «Я срочно сообщаю их риэлтору, что так дело не пойдет. Пусть они освобождают холодильник, пусть они выбрасывают все оттуда. Представьте, света у них уже не было несколько дней, и полный холодильник еды».
Эвелина сидит там, страдает от таких воспоминаний. Мы приехали, может быть, после подписания уже документов, да. Когда нам уже отдали ключи, мы зашли в этот дом. Да, они выбросили всю еду, но они выбросили все это в мусорке. Нет, не в мусорке. Они оставили это в мешках в доме. И это все нам пришлось вытаскивать на улицу. Да, это был ужас. Ну, пакеты уже пакеты разрывались, потому что они набили эти пакеты. Там и банки всякие были, и коробки всякие были. Пакеты разрывались. Ужас. Конец июля. 1 июля мы подписали документы. 31 июня мы подписали документы. Жара стояла страшная. Ну, без подробностей, да, что там было. Мы, конечно, все это выбросили и начали мы вычищать свой трейлер. На его покраску, ну, он называется трейлер, Дима мне поправляет, а вообще они называются mobile home или трейлер. Но у нас double wide, у нас 3 спальни, 2 ванны, зал, кухня. В общем-то, не маленький дом. Если кто живет в Америке, понимает, около 1100, наверное, скверфитов. Мы 20 дней делали ремонт в доме. Нам пришлось устанавливать кондиционер, потому что у них кондиционера не было. Они пользовались кондиционерами, которые установлены в окна. Но и то это в одной спальне было. И они, конечно же, этот кондиционер забрали. Мы купили 3 кондиционера в Тиминус. Нет, в зал, на кухню мы купили. И в нашу спальню, по-моему. Но все равно было очень жарко. Пока возле кондиционера находишься, то более-менее прохладно. От кондиционера чуть отошел, уже жарко. И мы решили, нам нужно устанавливать центральный кондиционер. Вызвали компанию, установили нам центральный кондиционер. Вот тогда мы, конечно, вздохнули спокойно. Красота была, прохладненько было уже во всех комнатах. А то, представьте, мы 20 дней делали ремонт, там все надо было перекрашивать. И стены, и окна. Ну, все кругом. Такая жара была, ужас. Тима днем ложился спать, просыпался мокрый просто. Но они такие молодцы были. Считайте, Тиме было 3,5 года. Эвелине было плюс 4, 7,5 лет. И они с таким терпением выдерживали наш ремонт. Это было просто чудо. 20 июля, через 20 дней после покупки, после подписания документов, мы смогли только въехать. До этого времени мы жили в квартире. И... нам, конечно, первые впечатления были шикарные. Никто над вашей головой не ходит, никто вам стенку не стучит, никакие звуки не слышны. Ну, если кто-то там за стеной прошел, я имею в виду, что на улице кто-то прошел. Ну, чем больше мы жили, тем, конечно, больше мы находили своих плюсов и минусов от этой жизни в mobile home. Но я вам скажу, конечно, плюсов больше, чем жить в квартире, но минусов больше, чем жить в своем доме. Только один плюс, самый главный, ну, я другие плюсы, конечно, еще назову, но самый главный, который я плюс вам скажу от того, что мы живем в mobile home, это мы платим, конечно, намного меньше. За сам дом мы не платим, мы его выплатили, нам это уже наша собственность. Единственное, за что мы платим, за землю. Земля, на которой установлен наш дом, это не наша земля. Мы как бы взяли ее в кредит у хозяевов этого парка. И мы этот кредит будем платить, пока мы не будем жить, ну, на этом месте. И с каждым годом... Не, не кредит, аренда. Аренду мы эту будем платить, если, ну, не решим выехать из этого места. Нам еще 1 милю ехать, потом поворот, потом будет... Карнвелл Драйв. Пока мы будем жить в этом парке, значит, мы будем платить аренду за землю. И с каждым годом аренда все повышается и повышается. Ну, думаю, как и везде, кто живет в квартирах, кто снимает квартиру, у тех, конечно, тоже ежегодно повышается и аренда за квартиру. Кто живет в домах, у них ежегодно повышается аренда, не аренда, property tax называется, налог на собственность. Что за что мы еще платим, живя в mobile home? За землю, аренда земли, за электричество, за газ, ну и за телефон, соответственно. За воду мы не платим, мы льем этой воды сколько хотим и поливаем. Бывает так, что поливаем траву и забыли про эту воду. За воду нам платить не нужно.
за вывоз мусора мы тоже не оплачиваем, это входит в аренду. И за чистку от снега нам тоже платить не нужно, это тоже входит в аренду. Имеется в виду чистка снега дороги. За то место, где стоят наши машины, то, конечно, мы чистим, вернее, эти места. А за дорогу, где проходит чистящая машина, нам за это платить не нужно. Это все входит в аренду за землю. Зимой мы сталкиваемся с такой проблемой, что очень холодный пол. Но, как вы видели из моего видео, что дома установлены высоко над землей. Наверное, метр, да, будет? Примерно метр над землей. И там, конечно, гуляет ветер. Это все закрыто так называемой юбкой. Называется так юбка. Закрывается все это пространство под домом такими щитами. Но все равно там, конечно, гуляет ветер. Хотя там есть утепление, утеплитель там есть. И летом мы сталкиваемся с такой проблемой, как... И летом, я не знаю, сказала или нет, потому что я немножко отвлеклась на дорогу. Летом мы столкнулись с такой проблемой, как очень жарко. Крыша очень тонкая и очень сильно прогревается от солнца. Если встать на стул, ну, например, я что-то со шкафа достаю на кухне, то под потолком страшная жара, просто страшная. Кондиционер дует снизу, и получается, что он не справляется с этой жарой. Если бы холод шел сверху, откуда поступает основная жара, да, то, конечно, было бы намного лучше, но сверху кондиционер, чтобы вот этот потоки холодного воздуха шли, сделать невозможно, потому что крыша очень тонкая, всю эту систему устанавливать негде, там нету места. И поэтому мы вот летом сталкиваемся с такой проблемой. Бывает иногда, что утром включится кондиционер и выключается он только к вечеру. Но благодаря тому, что у нас есть наверху вентиляторы, мы пользуемся этими вентиляторами. Немножечко тогда охлаждается. Поэтому зимой мы платим, в принципе, дороговато за газ из-за того, что холодный пол, а летом мы дороговато платим за электричество из-за того, что сверху жара. Что у нас еще, какие плюсы и минусы? Что ты можешь сказать? Земли мало. Земли мало. Если у кого-то есть маленькие дети, и, конечно же, очень мало места установить игровую какую-то площадку или песочницу. И нам первое время, конечно, когда вот Тима с Эвелиной были маленькие, нам было немножко трудновато, что выпустить их невозможно, нету заборов, они убегали на чужие территории, особенно Тима нам создавала проблемы. И игровая площадка есть, да, у нас есть бассейн в нашем парке, но на нашей территории детям гулять было негде. Сейчас, конечно, когда они уже подросли, эта проблема ушла. Они могут сами выйти где-то на улице поиграть, на велосипедах покататься. А вот если маленькие дети, если вы подумываете о покупке Mobile Home, это, конечно, проблема. Детей выпускать страшновато. Особенно если они такие шустрые, как был у нас Тима. Но плюс в этом тоже есть. Потому что... Через полмили нам. Потому что... Чем больше травы, чем больше земли, тем больше ухода за ней нужно. Естественно, и подсеивать, и удобрять, и косить. Это все расходы. Мы с этим, в принципе, сильно не сталкиваемся, потому что у нас земли немного. 3 шага в одну сторону, 2 шага в другую сторону. Нам этого сейчас, на данный момент, нам этого достаточно. Захотят дети на качелях покататься. Да, мы уже почти подъехали. Мы едем в гости, поэтому я отвлекаюсь иногда. И хотят они на качелях покачаться, мы ведем их на качели. Хотят они летом в бассейн, сюда нам. Мы, значит, ведем их в бассейн. Бассейн у нас тоже для нас бесплатный. Так, мы уже приехали, я отключаюсь. Продолжу, если назад будем ехать и будет светло.